Приветствую всех. Снова я, Александр. И это тот самый iPhone 5S, который мне отдали на замену всего. То есть здесь что нужно менять? Дисплейный модуль, корпус, АКБшечку и нижний шлейф. Вот такая вот дичь. Я уже все закупил, осталось только все это поменять. Так, ну... У меня уже куча этих роликов по разборке этих огрызков, то есть терок, и шестерок, и семерок. Я, наверное, так чисто наскорякал разберу. Ну, а вы посмотрите, понаблюдаете, покайфуете, в принципе, так, без смысловой нагрузки. Ну, а кому нужны подробности разборки, у меня там на канале есть ролики, где я разбираю их, там прям подробненько все рассказываю, поэтому... Так, ну с модулями разобрался, сейчас все проверил, верхний шлейф проверен, Home, ну в смысле Touch ID тоже все работает. Ну блять, я же не какой-нибудь там нахуй дядя Вася, который топором разбирает ламповые телевизоры. О, дай-ка посмотрю, отойди-ка. О, а он что, не ламповый что ли? Ну типа того, там еще такой трабл возник, но я его... Металлический этот экранчик, он на 4 винтах, я 2 из них выкрутил. А 2 были сорваны, то есть они вообще были слизаны в говнище, я вообще хер знает. Я, в общем, что сделал? Взял мелкую плоскую отвертку, шуруповерт ее вставил, все, и прям на винт, ну и как, и режим откручивания поставил, и все, выкрутил. Катим дальше. Thank you.
Хотел тут записать один еще момент. На некоторых корпусах новых, я не знаю, там второго или, блядь, первого класса, в районе кнопки вот этой вот включения блокировки, там есть маленькая такая ось, которая продевается сквозь, так скажем, рамку корпуса и вставляется. Так вот, на некоторых новых корпусах этой оси нет. То есть вам придется, ну, как-то типа вот так вот старый корпус раздрачивать и эту ось оттуда вынимать. Вот, видим, да, эту ось? Вот она. То есть узкий конец у нее снизу, а широкий сверху вот, вот сюда вот она запрессовывается. То есть, ну, просто вставили отверткой, надавили, она щелкнула, все, заебок. Ладно, продолжаем. Наконец-то он включился, блять, новая батарея разряжена, старая батарея, блять, разряжена. Ну ёб твою мать, думаю. Шарашит. Звук есть. Блять, эти уведомления, ну ёб твою мать, идите нахер, а. Дайте мне отремонтировать телефон, ребят, хорош. Батя дома, да, вот это вот моя, батя дома, блятус. Собрал наконец-то, у меня очень много времени уже. Бля, вообще запарился. Ну, у меня эта выдержка хоть куда, поэтому-то я таким и занимаюсь. Ну и все. Эту я отрывать не буду, потому что мне надо его сдать как новый, чтобы он был. Два пак. Ну все, я сейчас его полностью проверил. Вафля, Bluetooth там. Камера, звук, там, вспышка, связь, общение. В общем, всю эту хуйню проверил. Вроде бы не потный, но очень монотонный такой ремонт. И ювелирный. Я бы даже так сказал. Ну, собственно, это до встречи в следующих ремонтах.